Большое спасибо жизнерадостному дьяку и его команде за то, что подарили людям такую возможность поехать в Пачаев. Спасибо большое за то, что вы дали возможность поехать в такое красивое место со своей сестрой. Пачаев – это сердце Украины, это его душа. Именно в этом месте живет сама Богородица, которая помогает людям найти путь к Богу. Спасибо всем. Спасибо каждому, кто молится в нашей Украине.